В современном ритме жизни трудно найти время для решения вопросов даже собственным здоровьем. Но всегда готова прийти на помощь наша клиника, клиника ВГМУ, где работают специалисты высочайшего класса, где можно пройти исследование, получить консультацию и даже выполнить операцию в кратчайшие сроки. В составе клиники работают клинико-диагностическая лаборатория, профессорско-преподавательский консультативный центр, отделение функциональной диагностики, консультативно-поликлиническое отделение, кабинет экстракорпоральных методов детоксикации, стоматологический кабинет и отделение пластической хирургии и косметологии. Именно в отделении пластической хирургии и косметологии, которое пользуется высоким спросом как у граждан республики, так и у наших гостей, выполняются операции по лечению заболеваний вен нижних конечностей с использованием современной лазерной аппаратуры и проверенных методик, которые гарантируют хороший результат. Варикозная болезнь – это наиболее распространенная патология венозной системы. Она сопровождается функциональными и косметическими расстройствами различной степени тяжести, снижая ощущение здорового благополучия и качество жизни пациента. Клиническими проявлениями являются сосудистые звездочки, отеки, варикозно-расширенные вены, трофические нарушения и трофические язвы. Какие методы лечения и профилактики варикозного расширения вен? На эти вопросы мы сегодня найдем ответы в нашей передаче. Если у вас появилось ощущение тяжести, усталость, боли в ногах, отеки, венозный рисунок, вам необходимо обратиться за консультацией к врачу-специалисту-флебологу. Пациенты предъявляют жалобы на боли, тяжесть в ногах и их утомляемость, жжение, зуд кожи, чувство распирания, отеки стоп и голеней, ночные судороги в икроножных мышцах. Эти жалобы пациенты отмечают после напряженного рабочего дня, физических нагрузок или длительного стояния на ногах. После отдыха эти симптомы значительно уменьшаются или вовсе пропадают. Клиническими признаками являются сосудистые звездочки, подкожное расширение вен с образованием венозных узлов. Затем появляется изменение окраски кожи, гиперпигментация, более выраженная на внутренней лодыжке. Кожа при этом теряет свою эластичность, становится блестящей, сухой, легко ранимой, плотно спаянной со склеротическими изменениями подкожной жировой клетчатки. При прогрессировании заболевания могут развиваться трофические язвы. При клиническом осмотре пациент должен обязательно находиться на ногах. Этот момент играет важную роль в определении гемодинамических нарушений. Главным диагностическим критерием при варикозе являются расширенные, набухшие подкожные вены на голени или бедре. В зависимости от этих симптомов определяется стадия заболевания. Во время пальпации врач обязательно определяет степень болезненности, плотности, напряженности и эластичности расширенных кровеносных сосудов, а также их протяженность. Оценивает температуру кожи над венами, которая может быть повышена. Важным этапом в диагностике заболеваний вен является ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. Данный метод диагностики является золотым стандартом во всем мире и обладает высокой чувствительностью, специфичной точностью. При этом оценивается проходимость вен, функциональное состояние клапанного аппарата, изучаются параметры кровотока, наличие пораженных перфорантных вен и уточняется их расположение. При проведении ультразвуковой диагностики можно визуализировать на экране пораженный сосуд, определить границы и степень поражения. После установки диагноза выбирается тактика лечения. Существуют различные методы лечения варикозной болезни нижних конечностей – консервативные методы и оперативные методы. К консервативным методам лечения относятся использование лекарственных средств, склеротерапия, местное применение мази и гели, а также эластическая компрессия. Оперативные методы лечения бывают различных видов. Это обычные открытые операции и с использованием новых технологий – эндовенозная лазерная коагуляция. Выбор метода лечения будет зависеть от стадии и формы заболевания. На начальных стадиях, это нулевой и первый, применяется базисное лечение, основу которого составляют флеботропные препараты. Основная цель их – это воздействие на венозный тонус. Применение мази и гели облегчает состояние пациента, но не устраняет причину заболевания. Вы должны помнить, что при варикозно расширенной вене использование препаратов и мазей уже не вернет вену в исходное состояние. Поэтому в данном случае должны применяться более агрессивные методы лечения, склеротерапии или оперативные методы лечения. В настоящий момент времени чаще всего используется комбинация различных методов – консервативных и оперативных методов лечения. Склеротерапия позволяет проводить лечение варикозно-расширенных вен без оперативного вмешательства, быстро и безболезненно. При помощи специальных игл малого диаметра и микроирригаторов
просвет вены вводится специальное лекарственное вещество – склерозант, которое вызывает склеивание вен. Постепенно вена превращается в тяж и рассасывается. Данная процедура проводится без анестезии и занимает от 5 до 25 минут. В последующем вместо пункции накладывается эластическая компрессия. Стандартное оперативное лечение предусматривает использование региональной или общей анестезии, применение разрезов, а также нахождение пациента в стационаре. Эндовенозная лазерная коагуляция обладает рядом преимуществ. Это отсутствие разрезов, безболезненность выполнения процедуры, а также более легкое течение раннего послеоперационного периода. Эндовенозная лазерная коагуляция позволяет устранить патологический рефлюкс в пораженной вене. Данный вид операции не только не уступает традиционной флебоктомии, но даже и превосходит. В клинике ВГМО применяется лазерная система с длиной волны 1560 нанометров, которая оказывает непосредственное воздействие на эндотели венозного сосуда. Операция начинается с проведения УЗИ и уточнения места пункции вены. Вена представляет собой полоску черного цвета. Далее, под ультразвуковым контролем, после местного обезболивания выполняют прокол вены с последующим введением в нее проводника для лазерного световода, а затем и самого световода. Кончик световода располагают максимально близко к пораженному венозному клапану. Данный этап операции очень важен и проводится под постоянным ультразвуковым контролем. Оперативное вмешательство проводится под местным обезболиванием – тумесцентная анестезия. Суть данного вида анестезии состоит в том, что вокруг вены, которая подвергается воздействию лазерного излучения, вводится специальный анестезирующий раствор, который создает своеобразный футляр вокруг вены. После проведения анестезии выполняется лазерная коагуляция, в результате чего пораженная вена склеивается. Это приводит к прекращению кровотока по вене и в дальнейшем к ее рассасыванию. Эффективность такого воздействия значительно выше, чем использование меньшей длиной волны. А болевой синдром в раннем послеоперационном периоде менее выраженный. Кроме того, исчезают явления венозного застоя. Такие симптомы, как тяжесть и отеки ног, трофические нарушения. После воздействия лазерного излучения на стенки вены световод удаляется. Описанный этап оперативного вмешательства занимает от 20 до 30 минут. На заключительном этапе измененные притоки удаляют при помощи мини-флебоктомии или склерозируют. Варикозные узлы удаляются при помощи специальных крючков. В местах проколов после выполнения процедуры накладывают повязки. Операция завершается наложением повязки, надевается компрессионный чулок. Лазерная коагуляция вен имеет явное преимущество перед традиционной операцией. Отсутствие пахового разреза и других разрезов на ноге, общей анестезии и восстановительного периода. Безопасность эндовазальной лазерной коагуляции проводится при постоянном контроле ультразвука. Безболезненность процедуры, применяется местная анестезия. После лечения пациент сразу может приступать к обычной жизни. Ходить, самостоятельно передвигаться, абсолютно не требуется постельный режим. Не остается даже малейших рубцов и пигментации. Легкое и быстрое послеоперационное восстановление. После операции пациент самостоятельно может идти в палату. В раннем послеоперационном периоде отсутствуют яркие болевые ощущения. Конечно, перенесенная операция даст о себе знать дискомфортом, ноющими болями по ходу сваренной вены. Однако это вполне умеренные, терпимые проявления, для уменьшения которых вполне достаточно приема обычных обезболивающих средств. После операции пациенту проводится контрольное ультразвуковое исследование и применяются перевязки. Более того, большинство пациентов приступают к обычной трудовой деятельности на следующий день после вмешательства. На сколько лет хватит этой операции и вообще может ли повторно случиться варикоз? К сожалению, это заболевание такое, что оно может прогрессировать на протяжении всей жизни. На данный период времени мы выполнили оптимальный объем оперативного вмешательства, тот, который вам необходим. Но для того, чтобы не прогрессировало дальше заболевание, вы должны соблюдать те рекомендации, которые мы вам дали. Это использование эластического трикотажа, использование периодических венотоников, раз в год обращаться к флебологу с проведением УЗИ при необходимости, а также соблюдать здоровый образ жизни. Это умеренные физические нагрузки, занятия спортом, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, занятия в бассейне, избегать тяжелых физических нагрузок. А, кстати говоря, после операции, сколько я могу, вот, нельзя поднимать тяжести и все остальное? Допустим, значит, у меня маленький ребенок. Да, значит, ограничение действует 3-4 недели. Mm-hmm. Вот. Но это не чрезмерные физические нагрузки, до 8 килограмм это можно использовать.
Юрий Станиславович, подскажите еще, вот через какой период времени я могу планировать беременность, так как я хочу еще вот, детей после операции? После операции, значит, ну, необходимо, чтобы прошло какое-то время после операции, желательно, чтобы это было, ну, хотя бы полгода. То есть через 6 месяцев спокойно можно уже планировать беременность. Ограничения будут во время беременности. Значит, вам необходимо, нужно будет носить эластический трикотаж, специальные колготы для беременных. Значит, они повышают и тонус вен ваших, и кроме того, улучшают плацентарное кровообращение плода. Что касается венотоников, то я не рекомендовал бы их принимать, особенно в первом триместре, потому что этот период является наиболее важным для закладки и формирования органов и систем. И очень важно, конечно, следить за здоровьем своих ног с самых юных лет. Поэтому рекомендовал бы вашему ребенку вести здоровый образ жизни. Это может занятие в секции, очень полезное занятие в бассейне, плавание, езда на велосипеде, значит, ходьба дозированная. В общем, занятие спортом. Выполнение данных рекомендаций позволит предупредить развитие варикозного расширения вен и его осложнений, постоянных болей в ногах, отеков, снижение тонуса вен, развитие атрофических нарушений. Поскольку причин развития варикозной болезни является большое количество, соответственно, и профилактические мероприятия должны быть комплексными. Своевременное обращение к врачу-специалисту-флебологу позволит предупредить прогрессирование заболевания и его осложнений. Таким образом, вы можете полностью излечить ваши сосуды. Будьте здоровы!